dvhub.ru. Касается планов по восстановлению газонов, они у нас есть в офисной истории. Значит, определено муниципальным заказом количество территорий. Это чуть менее 10 тысяч квадратных метров, где должны пройти мероприятия, которые касаются либо полного восстановления газона, если по каким-то причинам его нет, либо частичное, либо, так сказать, та ежегодная работа, когда происходит подсадка семена газона. В этом году достаточно большое количество будет сделано цветников. Планируется в полтора раза увеличение посадочного материала цветов, и будет доведено только за счет муниципального заказа до 600 тысяч. Если рассматривать в целом территорию города, то в тот момент времени, когда мы пытались проинвентаризировать всю территорию города при подготовке документов на самое благоустроенное, это территории домов, это территории административных зданий, это общие территории города, то это гораздо больше, и мы где-то остановились на 3 миллионах. Поэтому, безусловно, развитие даже тех направлений, которые будут выполняться в рамках федеральной программы, они в первую очередь будут направлены на то, чтобы больше во дворах, на территориях появилось тех благоустроенных ландшафтных зон, ну, которые бы в первую очередь были направлены на комфортное проживание жителей. Поэтому программа этого года, она достаточно большая, и нам с вами предстоит очень большая работа по обсуждению и принятию тех дизайн-проектов, которые, ну, безусловно, будут выбираться лучшие и реализовываться на территории города. dvhub.ru